Штучку берут. Ну подожди. Берут ребята. Тут будем стоять. А тут выход тоже. Тут тоже выход, видишь? Береза перебегает дорогу. Смотри, вот, чтобы он не наехал. Паштет сзади, осторожно. Паштет. Осторожно, блин, ты следи, где я хожу, ты что? Что это, ТР-1? Да. Что ТР-1 сложнее, чем ТР-3, да, получается? В некоторых местах, да. И намного. Смотри, тут. Олег где-то бегит. Отъезжай. Да. Закрыли. Да что ж вы за люди-то такие, запорожцы воды. Курва. Вот и хорошие знаете, тут места. Это чертов инвалид. Заезжай, бородач. И я инвалид. Черная висит. Это Максу надо звонить. Да. Макс, и кто там еще ел ягоды? Не, у меня точно. Так, Влада два раза просить не надо. Берем точку ТР-3. Наконец-то. Ну, хоть одну мы должны ТР-3 взять, правильно? Да. Блин, как красиво идет, да? Бородач! Подожди, надо... А тут сюда и заезжает, да тут бревна. Давай сюда, Влад. Не-не, вон пускай вокруг объедет. Вот. А, вот там? Да, давай, стой. Подожди, надо вот сюда было, смотри. Влад. Вот дорога. Иди, я буду штурманом. Едь. Вот это надо еще. Так, новая траектория. Вот там, за деревьями. Чего так пройдет? Кто хочет? А, можно и задом, да, потом. Влево, влево крути, влево крути и задом пойдешь. Блин, как уверенно. Ты видел, как уверенно идет? Не, ну эти штуки решают. Главное, чтобы я отрабатываю. Красиво идет. Вот туда, до той ветки и потом туда. Не, нормально, левее можешь. А вот нет, так, куда, смотри, куда? По краю вот так вот едь. Ровнее руль и вот так пошел. И потом по русу, по ногам, по куртке. Ровнее руль. Все, нормально. Вот так, ровно, пошел, пошел. Идет на точку. Воду. Точка вот, ТР-3. Воду. Воду, давай, воду. Давай. Давай, отлично. Аккуратненько. А, чуть правее. Чуть правее. Еще правее. Следы багеров, друзья. Взял. Это шок вообще. Так мы по нарастающей. Уже ТР-4, надо будет эту прото искать точки уже какие-то. Прото не ставили. Не ставили. Смотри. Блин, бросаю в группы. Бородач глумится. Капец, блин. То капец, то капец. Не, ну шел красиво. Сейчас еще. Точки. Смотри, вот так сюда задом можешь выскочить. И потом вот туда вверх, и да, и потом передом. Бревно лежит. Бревно сейчас уберем. Выход с точки.
Подровняй чуть-чуть. Не, не скидывайся вниз. Там ямка. Если туда свалишься, то уже не вытянет. Да вытянет. Вперед, Елки, бревна такие вылетают из-под колес. А, может здесь, да. Влад, вперед, пробуй, вперед. Развернись вот там, где Олег стоит. Развернись, где Олег стоит. Стоп. Подожди, давай толкнем. Давай, вперед. А, вывесился. Стой, давай вперед толкай. Или фарклопом села? Да нет, вроде. Не, может быть, на эту сторону его. А, Да. Так мы, получается, его на ту сторону выталкиваем. Давай попробуем тоже вылезти. Толкнуть? Да. Все вместе? Да. Блядь, камера, динамка. Они ручки. Ручки сейчас бы не помешали. Ладно, попробуем. Идет, пошел. Ой, блин. Нахер ты мешаешь машине работать. Это ржака вообще. И багера смотри, следы. Следы багеров на снегу. Еще может вперед. Еще можно. Вот это шок, да? Ну, вес решает. У него бы мы так не толкнули. Да пусть сюда едет. Блин, пенек. Газу. Звонит. Алло. 10:40. Да. Давай. А где выход? Сюда между деревьями? Чуть, мужик, отнесь, подровняйся назад. Подожди, сейчас я помогу, давай. Разгазуй. Взяли точку. Крути. Фух, блин. Блокировка. И небольшое понижение решило бы все тут.
просто. Красавчик. Вот так мы можем. Говорит, после Запорожца нет смысла позориться. Так, за вторую, то за ТР-1, за ТР-2 получил ты конфетку, да? Да, за с белым крестиком, за ТР-3 вафельку. Если на плитах возьмешь ТР-3, Руслан, то и за тортом. Еще молоко приготовить. Оно выделяться само начнет, молоко. Смотри, какой орел. Слепой орел. Быстрей, он не остановится. Йо. Он не остановится. Передачу перепутал, да, с передом. Еще в наглую поехал так. А, это жесткие пилоты, слышишь? 3, 3, 5. Ё-моё. Точки здесь. Они в ТР-3? О, смотри, сейчас после запора. Я вас увидел, испугался. Забыли про все, да? ТР-1. Какая ТР-1? ТР-3. У вас, мы ТР-3 только что запорожцем взяли. Какая ТР-1? Да. На Сильверах люди в ТР-1, ё-моё. А кто вас ТР-1 допустил на такой машине? Заезжай. Боевой аппарат опять здесь. Нормальная нам не нужна. И фоткается прямо с машины, не выходит. У нас все должно быть четко. Короче, бля, не номер у него. Взяли точку ТР-3 только что. А номер не клеится, понял? Ты шо, вообще решение, ты понял? Блин, так дайте нам один, мы с ним пофоткаемся, остальные нам точки. Да. На такой машине в ТР-1. Вы в ТР-3, реальная заявка на победу у вас была. Ну як тут есть дорога? Можно вот было сюда. В ТР-3 спокойно, да? Там мы только что на Запорожце. Вон, смотрите, ТР-3 точка прямо. А, да. Только что на Запоре взяли. Так, а что там за... Вон, выезжает тот. Вот. Вон через бревно в прыжке. Думаешь, пройдет он? Все, уходят. Оп, на второй этаж. Летим. Так, охотники удивляются, конечно, на Т5. Да, Запорожец сейчас и просто в городе не каждый день увидишь. А в оффроуде тем более. Дальняя точка это была, но она того стоила прокатиться. Да, такой злой зацеп у шины. Просто едет и едет. Вот тут как растаяло красиво. Под машины видно, что кто-то впереди едет, под низу. Влада говорит, торах какой-то. Да, такой контраст. Мы на Запоре за этим монстром и спокойно едем. Да, торах, ты не ошибся. Это охотники все? Я думаю, да. Да, охотники. Ого, как их много.
Ну, нам лайки ставят сразу. Ставят. Все лайки ставят, да, сразу, сходу. Мы паре сунемога, мы нормально смотрим. Такая парочка. Серьезно. Так, что там, участники или... Опять охотники. Это пятый. Он же, да? Ну, получается, да. Как-то по кругу объехали. Как это мы так снова встретили. Еще один Т5. Блин, охотники по-серьезному тут заряжены, да? Смотри, как-то по кругу объехали. Ну, они местные, они дороги знают. Там Азай да. Нас ведет, как-то непонятно. На да нет, приводе... его женщина в навигаторе ведет. На заднем приводе он что вытворяет. Так, встретили кого-то. Да, патриот. И джип патриот, кажется. Два патриота, в общем. Да, днем похоже, как обещали. Плюс. Хороший плюс, да. Хороший плюс, все растаяло. Особенно там, где открытое солнце. Да, так... нет, охотников человек 40 или 50. Это точно. На третье идем по лесу. Уверенно. Да, о, хорошо. Тут деревья закрывают. Четкая зима полноценная. Ничего даже не растаяло вообще. Выехали тут, а сразу лето, все растаяло почти. Проверь. Опять зима. Оффроуд пошел. Бешеный какой-то вообще, смотрите, так на камеру непонятно, глазами поражает.